Где она? Где она? Сумасшедший. Я так благодарна. Мамочка, тебе спасибо. Не беспокойся за меня, солнышко. Ты сразу позвони. Обязательно. Ну, самое главное, чтобы у вас все было хорошо. У нас все очень хорошо. Я очень рада. Не сомневайтесь, у нас все будет отлично. До свидания. Папе привет. Звоните. Все, береги себя, пожалуйста. Рёмин? Да. Что случилось? Ничего. Тебе не кажется, что нам надо серьезно поговорить? Давай. Да, Рёмин, слушаю. Так. Так. Хорошо, буду. Подожди минутку. Вечером, хорошо? Адрес. Так. Вроде непонятно, но на фотографии один чем-то похож. Они? Точно, они. Какая квартира? 23-я, это на втором этаже. Окна куда выходят? На ту сторону. А ты уверен, что они до сих пор там? Не знаю, там есть черный ход. Разберемся, иди. Понял.
Там еще есть выход, через который можно перейти в соседнее крыло. Возьми деньги. Отпусти. Я же мог уйти. Но это вряд ли. Держи. Угу. Товарищ капитан! Серега, поехали в отдел. Вот, 5. Больше не нашел. Спасибо, друг. Давай, выручил. Ладно, поехали. Давай, шевелись. Убил жену из ревности. Реактивное состояние. Медикаментозная терапия пока, увы, не помогает. Педофил. 4 доказанных эпизода. В тюрьме не прожил бы и 5 минут. А мы пока наблюдаем. Соляви. А вот здесь бездарный симулянт. Не желает, видите ли, служить в Красной Армии. А придется. А затем, Анна Сергеевна, загляните в судебку. Угу. Вы, как мой преемник на посту заведующего, доброе утро. Должны узнать все наши секреты. А здесь прошу вас быть осторожнее. У нас много здесь больных? Это закрытая информация, Анна Сергеевна. Ну, для вас, разумеется. Прошу. Благодарю. Прошу.
Панина. Безумная Лиза. Безумная. Среди безумных? Так ее прозвали санитары. Бедная девочка. Как сказать? Кто знает? Только после вас. Спасибо. Спасибо вам большое. Я... Да не за что. Надеюсь, все поняла. Ну что же, Анна Сергеевна, как новая хозяйка нашего богоугодного заведения, вы имеете право на мой кабинет. Что-то мне страшно. Понимаю. Если честно, мне тоже страшно. Смеетесь вы надо мной. Возникнут вопросы, без стеснения обращайтесь. Всегда к вашим услугам, коллега. Спасибо. Все. Коллега. А можно сразу первый вопрос? Конечно. Из головы у меня не выходит вот эта девушка в одиночном боксе. Панина. Лиза. Да. А кто она? Да, эта женщина-загадка. Очень опасная загадка. Устроить стрельбу среди бела дня в самом центре города? Ситуация так сложилась. Это не ситуация. Это халатность. Или вопиющая безграмотность. Но капитан Рюмин лучший работник моего отдела. Что ж тогда говорить об остальных? И в момент задержания мною было произведено выстрелов из табельного оружия. Вызывали? А вот, кстати, и Рюмин. Капитан Рюмин, майор Лаврентьев, отдел внутренних расследований. Здравия желаю. Сереж, чайку или кофе? Да, дома попью.
вопросы. Что-то случилось? Да так, бумажная возня. Врешь! Я же слышу по голосу. А ты что, меня анализируешь? Ты и так прозрачный. Ну, значит, ты видишь мой пустой желудок. Рюмин, ты зачем ко мне переехал? Ну как? Чтобы научиться забивать гвозди в стену. Раньше я всегда скотчем обходился. Смешно. А если попробовать серьезно и честно? Ты собираешься строить нормальные семейные отношения? А мне кажется, у нас и так все нормально. Видишь ли, Рюмин, любые отношения, они должны развиваться. Если этого не происходит, они прекращаются. Это твоя мама так считает? Ну вот при чем здесь мама? Надо было в кафе поужинать. Ну, конечно, именно так и должен поступить самовлюбленный инфантильный тип, который никого и ничего, кроме себя, не видит. Ты еще забыла добавить, что у меня нет чувства ответственности. У тебя нет чувства ответственности. Слушай, давай просто поужинаем, как это в нормальных семьях происходит. Что тебе положить? Ну, и за меня разок. А ты откуда взялся? Вот котяр. Иди сюда. Давай гуляй.
вот так, наверное, сходят с ума. Вот ты где? Лазеечку-то нашел. Нет, брат. Давай-ка домой. Куда пошел? Куда? Больше я не могу тебя прикрывать. А я и не прошу. А ты знаешь, чем все это закончится? Уволите. Да нет, однажды ты просто не успеешь выстрелить первым. Это вряд ли. Кстати, у тебя новый напарник. Нет. Удачного дня. Лейтенант Северцев. И откуда ты взялся? Из Новосибирска. Закончил юридический с отличием. Ну, это здорово. Нам тебя очень не хватало. Не возражайте. Погоди. Это что такое? Мама моя. Мама? Ей же лет 60. 46. Она родила меня, когда ей было 20. А она не в купальнике? Снимали зимой, у нас зимой прохладно. Мне вот это нравится больше. Ну, это ж моя мама. Ну и что, а что я должен на нее пялиться? Ладно. Добро пожаловать. Убойный отдел, Рюмин слушает. Сюда. Убитая Лапина. Оксана Витальевна. Но все ее знали как Ингрид. Фея на дому принимала. Модель. То же самое, но дороже. Кто тело обнаружил? Подруга. Эстер. Тоже модель. Ладно, спасибо, свободен. Преступление, убийство на сексуальной почве. Как хорошо, что у меня есть напарник. Похоже на какое-то послание. Линии четкие, ровные, на одинаковом расстоянии. Не спешил никуда.
Это не просто буква. Это знак. Да мне не знак нужен, а след. Что будет делать убийца, если он в крови перемажется? Помоется. Помоется. Стас, мы в ванную. Поезжай в управление, проверь отпечаток. В архиве покопайся. Может, найдешь что-нибудь похожее. Я понял. А вы? А я... Я на свидание. Так, ребята, музычку погромче. Сейчас начинать будем. Это чего здесь валяется? Свет! Я ж просил все убрать. Так, ты что здесь делаешь? Быстро ко всем. Бегом, бегом, бегом. Девочки, готовы? Все в порядке. Эстер. Девочки одеваются. Эстер. Эстер будет работать. Все хорошо. Все. Давай, 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 встречай всех. Разливайте напитки. Ну? Пора. Да. Анна Сергеевна. Что? Там, в боксовом отделении, в судебке. Что случилось? Вам надо это видеть. Анна Сергеевна, я не виноват. Панина! Лиза, вы меня слышите? Здорово, ребята. Все как обычно. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Здорово, ребята. Держите. Здравствуйте. Здорово. Ваше приглашение. А надо? Закрытая частная вечеринка. Эх, жаль. Так хотелось культурно отдохнуть. Сходи, старик, в кино лучше. Проходите. Пожалуйста. У вас? Проходите. Thank you.
тонкий вкус. Надеюсь, у нее тоже. Готов? Готов. Крыле на втором этаже. Ты куришь? С чего ты взял? Да я знаю, ты куришь. Нет, я уже вторую неделю держусь. Проспорил. Говорю же тебе, не курю. Иди в зал. Все хорошо, не волнуйся. Давай, давай, твой выход. Осторожно, острый угол. Как зайка у тебя, делишки. Ага, все отлично. Сейчас.
чуть-чуть. Все, отлично. Ну, давай, давай. Ну, все, окей. Кто ты? Прекрасный незнакомец. Капитан королевских мушкетеров. Мне нужна Эстер. Вон она. Шарманный мужчина. Вы Эстер? Это я вам звонил. Помогите. Какая у вас красивая татуировка. Это вы нашли тело Оксаны Лапиной? Ингрид? Ой, не стоит слез, а то потечет тушь. В котором часу это было? Около трех. Ей звонила, она не отвечала, ну, тогда я вошла и... А что, дверь была открыта? Нет, я сама ее открыла. А откуда у вас ключ? Он мне дал его. Кто? Ну, все, извините. Ты молодец, пошла. А я знаю, кто дал. Говори. Ну, может быть, не здесь, не в этой обстановке? Вот моя визитка. Позвони мне. Слушай, я расследую убийство. Убили вашу девушку. Ингрид никто не любил. Объясни. На нее никто не делал ставок. Ей не надо было спать со старыми противными мужиками. Понимаешь? Это почему? Она была любовницей Миши. Миши? Да. Так, ну что это у тебя? Ой, ты господи. А вы мне не ответили. Кто вам дал ключ? Миша. Кто такой этот Миша? Михаил Рудаков. Девочки, где шпильки? Я не понимаю. Наш хозяин. А он всегда так делал? Или только в этот раз? Это означает, что только в этот раз. Она лежала. Она лежала неподвижно и очень долго лежала. Мы не сразу вошли. Я была уверена, что ей нужна помощь. Видите ли, душа моя, Анна Сергеевна. Спасибо. Дело в том, что хороших девочек не помещают в закрытый бокс, в судебку. Угу. Ой, вкусно. Секрет фирмы. А что это? Рецепт профессора Покровского. Рецептом поделитесь? Нет проблем. Хотя я не заслужила. Она ему ухо прокусила. Считайте, легко отделался. Я в этом виновата. Никоим образом. Знаете, чем отличается Лиза от прочих пациентов? Непредсказуемостью. Я многое повидал на своем веку. И серийных убийц, и насильников, и шизофреников. Но если кто-то из них чесал себе нос, я понимал. Он чешет себе нос. А Лиза? Это особый случай. Но я должна ее осмотреть. Для этого прежде всего нужно проникнуть на ее территорию. Как? Как? Ну вот, угостите ее чаем. Что здесь происходит? Ну, вам лучше знать, как это называется.
Но если хотите, могу процитировать Уголовный кодекс. Ты кто такой? Капитан Рюмин. Отдел по расследованию убийств. Ну и что вы здесь делаете, капитан? С девушками беседую, не видишь, что ли? Я теряю чувство юмора, когда суют нос в мои дела. Вы Рудаков. Михаил Наумович. У меня такое предчувствие, что ваше дело я буду открывать очень часто и совать туда свой нос. Так, а ну-ка быстро все на сцену. И уберите его отсюда. А чем мы так нервничаем? Боитесь чего-то или скрываете, Михаил Наумович? Что ты ему сказала? Ничего. Сучка болтливая. На! Как хочешь. Да. Ой, мамочка, здравствуй. Да все нормально. Все нормально у меня с голосом.
Сережа, ну, он на работе. Ну, я забочусь о нем, мама. Ну, конечно, передам обязательно. У тебя как дела? Ну, прекрасно, прекрасно. Ладно, мамочка, давай, я тебя целую. Папе привет передавай, хорошо? Все, целую, пока. Ну, вот скажи мне, у тебя хоть есть чувство ответственности, а? Или ты такой же, как я? Хочешь есть? Не. А я хочу. Постоянно. Это, наверное, потому что у меня большой живот. Или наоборот. Большой живот, потому что я все время ем. Надо провести экспертизу. Долго еще? Ты чего нервничаешь? Твое первое убийство? Да нет, почему первое? Не боись. Рюмин найдет. Смотри, познакомься, мистер Икс. Черт. След оборвался. Теряю чувство юмора, когда суют нос в мои дела. Вы Рудаков? Михаил Наумович. У меня такое предчувствие, что ваше дело я буду открывать очень часто и совать туда свой нос. Что ты ему сказала? Ничего. Сучка болтливая.
Разумеется, я в курсе ваших взаимоотношений с капитаном Рюминым. И именно поэтому мне бы хотелось, чтобы заключение сделали вы. В таком случае вы не боитесь, что я буду не до конца объективной? Ну, знаете, я могу попросить кого-нибудь из ваших коллег, но это только осложнит ситуацию. Это не есть лучший выход. У него неприятности? Служебное расследование само по себе не очень приятная процедура. Для меня в том числе. Хорошо. Я согласна. Ну и чудненько. Доброе утро. О, свидание прошло успешно. Как видишь. Повезло с подружкой. Мне вообще на женщин везет. Завидую. Что в архиве? Ноль. Отпечаток проверил? В картотеке его нет. Значит, будет. Доброе утро, Лиза. Как спалось? Прекрасный денек сегодня. Чаю не хотите? Давайте знакомиться заново. Меня зовут Вяземская Анна Сергеевна. Я ваш новый лечащий врач. Не хотите общаться? Лиза, я понимаю, что вам это может не нравиться, но было бы лучше, если бы мы подружились. Вкусно. Может, все-таки... Нет? Чайку? Ваше право. Ну что ж, продолжим общение позже. До свидания, Лиза. Чай очень вкусный, свежий. Вы любите черный с мятой? Здравствуйте, Сергей. Мой напарник, познакомься. Родион Северцев. Как-то вы, Сергей, в лице поменялись. Оперативная маскировка, прикидываюсь побитым. У вас определенный талант. Я тренируюсь. Лейтенант, хотите кофе? Учтите, самый настоящий кофе по-турецки умеет делать только армяне. Ну да, еще они придумали гель для волос, луноход и научили канадцев играть в хоккей. Весь мир держится на армянах. Будете спорить, да? Нет, спорить не буду. Арам Хачатурян. Шарль Азнавур, Андре Агасси. Эйнштейн. Эйнштейн – это еврейская фамилия. Но я уверен, у него армянские корни.
Гурген Вартанович, нам нужен самый лучший судмедэксперт во вселенной. Поэтому вы пришли ко мне, к Пашиняну, да? Конечно. Проходите. Угу. Проходите, дорогие. Смерть наступила в результате обильного кровотечения сонной артерии. Угу. И заметьте, надрез только один, но очень точный. Бритва? Или скальпель, острый, как бритва. А эти? Это очень необычные повреждения. Чересчур точные, как по линейке. Но на жизнь они не влияли, скорее имели ритуальное значение. И следов борьбы я не обнаружил. А может быть, под ногтями остались фрагменты тканей? Сергей, скажите, ваш юный коллега, вероятно, был отличником. Просто он любит кино про полицейских. Угу. Ответ отрицательный. Нет. Позвольте. Значит, она хорошо знала преступника. Нападение было неожиданным. Ну, делать выводы – это ваша профессия и ваша работа. Я только говорю, что вижу. Спасибо. Да, вот еще что. В желудке жертвы была обнаружена стебли молодого бамбука, кусочки пресного теста и жирное мясо птицы. Китайская еда? Да, утка по-пекински. Так, 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 значит, она не любила армянскую кухню. Да. Так, ну почему всегда последнее слово остается за рыбами, а? Ну что за характер? Нам надо ехать в китайский ресторан. О, отличная идея. В какой? В тот, где в меню есть утка по-пекински. Может быть, официантка видела девушку яркой внешности и мужчину, который был с ней. Ну, таких ресторанов, допустим, на каждом углу. А с чего ты взял, что она была именно с ним? Может, с подругой? Ладно, есть другой путь. Едем в институт психиатрии. Зачем? Они составят нам психологический портрет преступника. Ха, у этого парня не все дома. Вот тебе психологический портрет. Ехать не надо. Я сэкономил на бензине. Пошли. Так, ваша очередь. Вот как ты думаешь, почему Костя Дзю частенько использовал прямой удар? Не знаю, постарел. Считай, этого я не слышал. Потому что прямой удар – кратчайший путь к цели. Понял? Не понял. Вы что предлагаете? Взять ордер и арестовать преступника. Понял? Ты едешь, нет? Я сама. Ни хрена себе. Это давно у нее? И я не замечал. Будьте добры, помогите мне. Осторожно. Постригите ей ногти. Thank you.
Светлана Сергеевна? Об стену затачивала. Чуть пониже и... Ты сам выбрал эту работу. О, священная инквизиция. Да, хотелось бы загнать вам парочку иголочек под ногти наедине. Понятно. Так, 3 марта, во время задержания, вы смертельно ранили подозреваемого. Я хорошо стреляю. 24 апреля, 2 раненых. К счастью, оба выжили. А там нигде не написано, что они оказывали вооруженное сопротивление. 16 июня. Снова случай применения табельного оружия. И снова капитан Рюмин. Да-да-да, еще и в августе. Всего 4 раза. Угу, за полгода. А с учетом последнего инцидента, получается 5. Ну я же не карманников ловлю, а хищников. Капитан, ваша проблема в том, что вы путаете правосудие и самосуд. А ваша проблема в том, что вы никогда не стояли лицом к лицу с убийцей. Руководство обеспокоено. Чем? Статистикой? На следующей неделе состоится заседание дисциплинарной комиссии, которая даст вашим действиям объективную оценку. Хоть кто-то оценит меня по достоинству. Можете не сомневаться. Угу. А сегодня в 16:00 вам надлежит явиться на беседу с нашим нештатным сотрудником. В угол будут ставить? Зачем? Вы уже сами себя туда поставили. Всего хорошего. Че он хотел? Если я правильно понял, то очень скоро тебе придется вести это дело без меня. Ну кто это делает все время, а? У нее на теле шрамы. Так. Судя по виду, они стародавние, возможно, из детства. Она их расцарапала. Зачем она это сделала? Хм. Сие тайна. Чужое сознание. Почему светят звезды? Разберись. Но должно же быть хоть какое-то объяснение. Оно есть. Но существует только в мозгу у Лизы. Ну, значит, нужно войти внутрь и посмотреть. Угу. Полагаете, у меня есть ключ? Вы наблюдали ее 4 года. За 4 года она не произнесла ни слова. Да если бы и произнесла. Извините. Ну что еще? Я ведь не успокоюсь. Что это изменит? Ну, будем считать, что я так хочу. А, если женщина говорит «я хочу», сопротивляться бесполезно. Жаль, что не все мужчины это понимают. Да, вы требуете от нас слишком многого. Мудрость к мужчине приходит вместе с лысиной. У особо одаренных с сединой. Да.
Фотографии Лизы я их сделала во время осмотра. Что вы думаете? Зачем она все-таки это сделала? Так мы ни к чему не придем. Слово «зачем» подразумевает жесткую причинно-следственную связь, то есть логику. Когда имеешь дело с женщиной, надо говорить «почему». Сделаю вид, что пропустила ваш выпад мимо ушей. Хорошо. Почему она это сделала? Ответ-то очевиден. Потому что захотела. А почему захотела? Отправляйся-ка ты в архив. Загляни в ее прошлое. Мне нужна ваша санкция на задержание подозреваемого. Хорошо. Постарайся меня убедить. Ну что ж, следов борьбы нет. Соседи шума не слышали. Более того, на кухне два бокала, бутылка вина. Вывод? Девушка сама привела к себе домой убийцу. Не буду спорить. Преступление совершено с особой жестокостью, возможно, в состоянии аффекта. Мотив? Ревность. Угу. Ну, или месть. Допустим. Кто подозреваемый? Некто господин Рудаков. Любовник вот этой самой Ингрид. Кстати, забавное совпадение. На следующий день он за ней не заехал, а поручил это ее подруге. Ни о чем не говорит. Он ей дал ключ от квартиры, хотя раньше никогда этого не делал. То есть ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что он знал, что Ингрид мертва. Лирика? А где улики, где доказательства? Нами обнаружен на раковине отпечаток пальца. Кровью. Кровь принадлежит убитой. Этот отпечаток мог оставить только убийца. То есть это отпечаток Рудакова? Думаю, да. Думаешь? Слушай, Рюмин, а что ты будешь делать, когда тебя вышвырнут из органов? Ну, еще не решил. Связи обширные. Могу сутенером травки торговать. С твоей-то репутацией. В общем, так. Час назад у меня был адвокат Рудакова. Вот полюбуйся. Ух ты. Превышение, оскорбление, нанесение тяжких телесных. На, привыкай. Хороший букет, правда? Угу. Из этих цветочков можно погребальный венок сплести элементарно. Рудаков, уважаемый человек. А я? А ты мент. И варианта выхода из этой ситуации только два. Первый, ты приносишь свои извинения Рудакову и улаживаешь конфликт. Это вряд ли. Тогда второй. Бери вот эту бумажечку и дуй к Лаврентьеву. Он так обрадуется. О чем мы сидим? Все, свободны. Ты смотри, сколько у нас в стране уважаемых людей. Сутенеры, мошенники, воры, все уважаемые люди. Это неправильно. Это еще мягко сказано. Я сказал бы по-другому, но не хочу вас обидеть. Так, подожди, я не понял. Ты тоже считаешь, что я должен извиниться? А это правильно. Ну-ну. Рудаков не виноват. Любовник убийцы – это бред. А порезы на теле, а знак на стене. У этого человека есть замысел. Он будет и дальше убивать. Ну, спасибо. Нет, я понимаю, золотая медаль, музыкальная школа, университет с отличием. Спасибо за науку. Обращайтесь. Непременно.
Александр. Очень приятно. О, вы кандидат наук? А, ну да. Анна Сергеевна, вы мне не поможете? А, собственно, в чем? Я расследую убийство. Господи. Опер! Ну почему ж так пренебрежительно? Да нет, не то чтобы пренебрежительно, просто... Обычно эта публика считает нас кем-то вроде народных целителей. Ну, шарлатанами, одним словом. Хм. Ну, я так не считаю. Рада это слышать. Так что по поводу убийства? Следую убийство. И мне кажется, его совершил маньяк. Угу. Нет никаких следов, нет никаких зацепок. Но мне кажется, что если бы я понял его внутренние мотивы, то... Вы знаете, в одном из старых учебников... Ой, извините, что я вас перебила. Написано, умозаключения маньяка имеют ложное обоснование и не поддаются коррекции. Блёйлер. Перевод на русский был сделан в 1908 году. Это оттуда пошла эта неточность. В оригинале нет слова «ложное». Там было сказано «субъективное». Согласитесь, есть разница. Простите, а вы читали Блёйлера? Ну, так, для общего развития. В оригинале? На немецком. Ну, конечно, не рукопись. И вы опер? Да, самый обычный. Занятно. Я прошу прощения, я вас не задерживаю. Ну, пока нет. Простите, ради бога, как вы сказали, вас зовут? Александр. Александр. Анна, очень приятно. Посмотрите. Господи, какой ужас. Не может быть. Вот, у нее на теле точно такие же шрамы. Она выглядит очень спокойной. Пусть это вас не обманывает. Лиза уже очень много лет не видела солнца. 18-е сегодня. Но когда-нибудь она выйдет отсюда? Сомневаюсь. А вы пробовали ее разговорить? Много раз. Вот интересно было бы взглянуть на человека, которому удастся это сделать. Может, она не хочет говорить с лечащим врачом? Давайте я попробую. Ведь она что-то знает об этом убийстве. Вы не перестаете меня удивлять. Разве это плохо? Это самоуверенно. Налюбовались? Пойдемте.
спеши. Простите, что вам здесь нужно? Глеб! Привет. А с вами был такой высокий, лысоватенький. Вот. Теперь все в сборе. А что надо-то? Передайте, пожалуйста, господину Рудакову. Я хочу извиниться. Да. Ну, просто великолепие. Богато. Шикарно. Может, хватит поясничать? Или вы хотите превратить все это в милую шуточку? Да нет, что вы, я просто переполнен раскаянием. Не знаю, с чего начать. Так и вы начните с самого главного. Так. Вам страшно за свою задницу. Ага. Но стыдно в этом признаться. Ну, добавить нечего. Но я надеюсь, вы учтете смягчающие обстоятельства. Это какие? У меня много комплексов. Например, я уверен, что женщину бить по лицу нельзя. Это обыкновенные шлюхи. Ага. Они хотят урвать от жизни все, вот и получают. Все. Вы открыли мне глаза. Жаль, что мы с вами не были знакомы раньше. Может быть, мы закончим эту клоунаду? Ну что? Будем считать, я извинился? Будем считать, что мы квиты. Это, да. Заявление заберете? Сначала найди убийцу. О! Вот это я могу. Только искать его не надо. Он всегда находится где-то рядом. Рано или поздно он занервничает. Засветиться. Я это замечу боковым зрением. И вот тогда... Раз! Да ты что? Извини, я... как-то... Я не специально, случайно. Ну, можно я уберу тут, вот здесь? Вот. Ну что ж... Провожать меня не надо. До свидания. Дорогу я знаю. Увидимся. Идиот! Глеб! Да? Позови мне эту, ну, новую секретаршу! Хорошо. Пусть уберет здесь. Не в фокусе. Еще раз. Да. Все решает последний раунд. Леля пошла. Чего как курица вареная? Ой, тут мы не курица, мы фламинго. Отлично. Прошу вас, заходите. О, интересная галерея. Это отражение внутреннего мира наших пациентов. Они выплескивают на бумагу то, что не могут выразить словами. Да, не хотел бы я жить в таком внутреннем мире. Это молодой мальчик-наркоман. Мы подлечили его как могли, а через 3 дня после выписки он повесился. Звездные войны? Джордж Лукас тоже был вашим пациентом? Дима, тихий, безобидный олигофрен. Сидел целыми днями, смотрел в пустую стенку и улыбался. Говорил, что видит мультики. Александр, я обязательно прочту историю Панины и все вам расскажу. Просто я должна сейчас ехать в РУВД. Вы на машине? Я на метро. Нет, я, конечно, умею водить машину, но вы знаете, побаиваюсь. Такое ощущение, что вокруг за рулем одни ваши пациенты. Вас подвезти? Я боюсь показаться навязчивым, но мне не хочется с вами расставаться. В таком случае подождите меня, пожалуйста, на стоянке. Через 3 минутки я подойду.
ты приехал. А я как раз сегодня хотел тебе позвонить. Сергей, я... Анечка, ты абсолютно права, я... Проходи, проходи. Нет, проходи, я... это мой кабинет, ну, располагайся. Сергей, я должна тебе Анечка, сказать... Анечка, я спорить с тобой не буду. Ты подожди меня, быстро, ладно? Рюмин, я... Подожди. Рюмин... Не уходи никуда. Помнишь убийство девушки? Угу. А? Угу. Кровавый отпечаток на раковине. Откатай пальчики с этой посудины и сравни. Без проблем. Заходи завтра после обеда. А пораньше можно? Сереж, ты что, не видишь? Я зашиваюсь. Ты что? А взятка ускорит дело? И не стыдно. Советский человек. Ага. Служишь в органах. Ага. Ну, конечно, ускорят. Приятно иметь дело с оборотнем в погонах. Ага. Как обычно. Ага. Розовеньких, пухленьких и хорошо припудренных. Извращенец. А то. Работай. Так. Держи. О, красота! Какая прелесть! Они готовят на самом дешевом масле. Таком вонючем не представляешь. Говори. Тебе известно, что в современной дактилоскопии существует около 150 пунктов сравнений. И чтобы установить идентичность отпечатков, достаточно совпадений по 8 пунктам. А здесь 32. Точно? Абсолютно. Спасибо. Фонограмма обследования психического состояния оперуполномоченного Рюмина. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вяземская Анна Сергеевна. Рюмин Сергей Петрович. Для начала я хотела бы попросить вас не курить. А может, вообще бросить? Может быть. Курение пагубно сказывается на вашем здоровье и здоровье окружающих, если окружающие вам не безразличны. Ах, да-да. Извините. Вы нормально себя чувствуете? С утра было неплохо. А потом настроение меняется? Да. Сонливость, апатия? Вот-вот. Или, может быть, наоборот, приступы немотивированной агрессии? Бывает. По-разному. Погромче сделай. Вы хорошо спите? Вы знаете, последние дни. Неважно. Холодная постель, сбежавший кофе. Одиночество. При последнем задержании вы были вынуждены применить оружие. Я застрелил преступника. Убийство – очень сильный психологический стресс. Но это только в первый раз.
А у вас никогда не возникало желания поделиться своими проблемами с близким человеком? Зачем ты согласилась на это? Работа на первом месте, разве не так? Что за цирк вы тут устроили? Вы что, из меня идиота делаете? Что здесь происходит, черт возьми? Капитан Рюмин! Вы намерены продолжить разговор? Почему ты меня не предупредила? Я пыталась. Но ты, как всегда, не захотел меня слушать. Я не захочу. Стоп! Спасибо, Анна Сергеевна. Это от переутомления. Просто он устал. Мы все слышали. Он просто очень устал. Животное, способное менять окраску в зависимости от окружающей среды. Собирайтесь куда-то. Капитан, я пытаюсь завязать разговор. Мы же напарники. На миллион. Хамелеон? Украшения.
сторону. Пошел. Куда? Я вам уже все сказал. Я не убивал. Я ее любил. Мы всегда убиваем тех, кого любим. Иногда медленно, год за годом. А иногда быстро. Один взмах бритвой. И все, да? Нет. Нет. Хорошо. Вы не имеете права! Посиди до утра, подумай. Да вы не имеете права! А я подожду. Убийца – это бред. Не так все просто, товарищ капитан. Он не стал бы оставлять этот знак. Привет. А, слушай, я не могу сегодня. Я устала. Угу. Угу. А почему так долго не звонил? Ну, я понимаю, у всех дела. Ну, я не знаю. Ну, хорошо. Угу. Угу. Простите, а вы не скажете, когда... Что ж там было-то? Я
Я не понял. Проезжай! Чем больше машина, тем меньше мозгов. Меня слышно? Браво. Купил, а ездить не купил. Милая, ты погоди спать, я сейчас подымусь. Стоп. Вспомнил. Эй, я к тебе обращаюсь! Thank you.
Да, слушаю. Что? Слушайте, у вас нет ощущения дежавю? У меня не такая тонкая душевная организация. Просто чувствую себя идиотом, вот и все. Посмотри. Тот же почерк, ну, и да. Та же рука. Кирилл. Звонил последним. Обычные методы здесь не работают. Неужели вы до сих пор не поняли? Телефон надо пробить. Зря теряете время. Мы должны опередить преступника. Но для этого мы должны четко знать его мотивы. Да какие мотивы у сумасшедшего? Убил, потому что так велела моя кофеварка. Почему вы не хотите поехать со мной в институт психиатрии? У меня дел по горло. Там все ответы. Вряд ли. Тогда я поеду один. Я тебя не держу. Я найду его. Удачи, удачи. Ну что? Ничего. Вообще ничего. Понятно. А соседи у вас подозрительных нет? Простите. Отец я. Стас, воды принеси. Будьте добры, посмотрите внимательно. Ничего не пропало? Дочь! Хотел иметь сына, а жена родила дочку. Вы понимаете? С девочками все по-другому. Растишь ее, на руках носишь, косы заплетаешь. И знаешь, что через некоторое время ее от тебя заберут. Имя Кирилл вам о чем-нибудь говорит? Нет. Ну, вроде, все на месте. Вот только нет этого ноутбука. Он здесь стоял? Хотя не уверен. Ей на работе дали. Она, возможно, назад отнесла. Проверим. Это описано в научной литературе, хотя пока я не получила объяснения. Иногда между людьми возникает некая энергетическая связь. Предположим, что Лиза чувствует преступника. Может быть, даже влияет на него. Значит, она должна была как-то отреагировать. Я сегодня осматривала Лизу. Нет, я не заметила никаких внешних проявлений. Хотя версия красивая. Как вы сказали? Внешних? Нельзя подходить близко, опасно. Ну что с последним звонком убитой?
Сим-карта была куплена год назад, активирована недавно. Вчера сигнал пропал и больше не появлялся. Но Кирилл-то остался? Нет. Карта была оформлена на Лохновского Петра Игнатьевича, 42-го года рождения. Адрес есть? Кладбище. Он помер 3 месяца назад. Понятно. Вряд ли воскреснет. Может быть, он находился в роуминге? В смысле? Ну, в смысле, это шутка такая. Это не я! Откуда на раковине ваш отпечаток? Да. Отпечаток – это серьезная улика. Это не улика, это приговор. Лет на 15 тянет. Я не убивал. Что произошло той ночью? Хорошо. Понимаете, в последнее время у нас с Ингрид не очень ладилось. Так. И той ночью я поехал выяснить отношения. Во сколько? Когда именно? Да не смотрел я тогда на часы. Но? В общем, когда я подъехал к дому, перед подъездом стоял большой черный джип. Уже лучше, дальше. Я вышел из машины, пнул по нему ногой, сработала сигнализация. Из дома вышел молодой парень. Так. Я ему что-то сказал. Он мне что-то ответил. Что именно? Да я не помню. Я пьяный был. Дальше. В общем, я поднялся в квартиру, открыл своим ключом, увидел ее. Так. Прикоснулся. Пошел, помыл руки. Больше ничего не помню. Как выглядел этот человек? Товарищ капитан. Да, да. Так вот что, Михаил Наумович. Вот ваши ключи, документы, вот телефон. Зачем? Сегодня ночью произошло еще одно убийство. Вы сидели в камере. Я обеспечил вам железное алиби. Так что вы меня отпускаете? Ну да, да, вы свободны. Скажите мне, вы внешность этого человека запомнили? Можете его описать? Как он выглядел? Знаете что? Я вам это вот так не оставлю. Михаил Наумович, если бы вы мне сразу помогли, этого убийства могло бы не произойти. Но подумайте об этом. Я подумаю. Михаил Наумович! Ноутбук, компьютер. Должна же быть какая-то связь. Надо Эстер, капитан Рюмин беспокоит. Арест не был санкционирован. Какой арест?
Какой арест? Обыкновенное задержание. На 48 часов. В целях выяснения обстоятельств дела. Все в рамках закона. Подождите, подождите, подождите. По-вашему, что, любого человека можно вот так вот просто взять и засунуть в камеру? Это закон? Это не закон виноват, а исполнители. Скажите, капитан Рюмин вымогал у вас деньги? Майор, это слишком. Этого не было. Хорошо. Он применял физическое насилие? Он ударил меня об забор, потом засунул в багажник. Вот видите. Пишите. Оказывал моральное давление. А вы посидите в камере ночь, потом поймете. Уверяю вас, мы примем самые строгие меры. Его уволят. Уволят. Кто ж тогда будет дело продолжать? Ничего, ничего, у нас незаменимых нет. Это у вас нет, а у меня есть. Вернее, был. Вы пишите, пишите. Да я уже написал. До свидания. Спасибо. До свидания. Благодарю вас за помощь следствию. Прошу вас. До свидания. Всего доброго. Я не имею претензий к капитану Рюмину. Хочу, чтобы он вел дело дальше. И подпись Рудаков. А вот это наша самая страшная русская беда. Страх перед властью. Жалкая нация рабов, снизу доверху все рабы. А может, это и есть совесть? Доброе утро. Я проснулась. Пожалуйста. Ой, осторожно, горячий. Благодарю. Я так понимаю, это Лиза. Это рисунок, который оставляет убийца. Значит, это? Тот, кого мы ищем. Удивительно. 4 года интенсивной терапии в одиночке, а она все равно помнит. Есть такие люди, которых невозможно забыть. Иногда бывает наоборот, хочется забыть как можно скорее. Надеюсь, ко мне это не относится? Вы уникальный случай в моей практике. Это комплимент. Спасибо. Жаль, что в архиве мало информации о Паниной. Достоверно известно только одно. Она убила мужа. Ну, это банальная история. 1000 девушек подвергаются домашнему насилию и берутся за нож. Бритву. Панина взялась за бритву. Я видела фотографии. Вернее, я их не рассматривала толком. Это невозможно, это за гранью. Лиза? Лиза, вот эта хрупкая девушка. В первый же день она набросилась на соседку по палате. Ее не могли оттащить 4 санитара. Я думал, то у меня нервная работа. У этой женщины теперь нет лица. То, что было дальше, вы видели. А что было до? Чистый лист. То есть тупик. У Лизы муж был известный актер. Может, имеет смысл послушать старые сплетни? А вы знаете кого-то из этой среды? Да. Я веду богемный образ жизни. Я не сплю по ночам, вращаюсь среди алкоголиков. Эстер. Лучше Нина. Это мое настоящее имя. Забавно, я даже не знаю, как вас зовут. Сергей. Сергей. Знаете, еще никто не дрался за меня так отчаянно. Но это все, что я умею. Так это все, что нужно женщине, чтобы мужчина дрался за нее. Да, даже самим собой. Ну, все остальное словно имя Эстер. К
красивое, звучное и ненастоящее. Давайте поговорим об Ингрид. Мы не дружили. Больше нечего добавить? Вы были в цирке? Да я каждый вечер на манеже. А видели, как лошади бегают по кругу? С пышными султанами, в красивых попонах. А знаете, что они делают после представления? Расскажите. Пьют зеленый чай. В одиночестве. И все же, что Ингрид могла хранить в компьютере? Ей нечего было хранить, она убегала. Куда? В интернет. У нее была анкета на сайте знакомств. 28, дубль 5. Начали! О, что такое, Жень? Что случилось? Ну что не так? Скотина! Опять скотина? Тихо, тихо, тихо. Вы что, не видите? Ну, съемки тут. Осторожней, пожалуйста. Ты предал меня! Я? Ты предал нашу любовь! Ты что, дурела ты, что ли? Стоп, стоп, стоп! Это режиссер Зубрик. Это что такое? Что? Ну что? Что ты щуришься постоянно? Ну, мне в глаз попало. Что ты глаза все время закрываешь? Я их вообще очень интересный человек. Я пошучу сейчас. Творческий. Мы с ним часто встречаемся. Где таких дебилов учат? По-моему, я начинаю ревновать. Ты понимаешь, мне нужна правда. Это комплимент. Раз в месяц Зубрик все бросает и собирается лететь на могилу Стивена Спилберга. Ну что сидим-то? Все поставили. Спилберг умер? Давайте, давайте. Да нет. Да тихо вы. Что, опять со скотина начнем? Ну теперь ты все понял. Он не умер. Ладно, просто у Зубрикова случается забой. А я его кодирую. 20 минут перерыв, потом продолжим. На площадке ничего не трогаем. Костик, Костик. Ведь умер совсем молодым. Да. Старик, это судьба. Если до 47 Господь тебя не забрал, шансов больше нет. Николай Викторович, ваш чай. Спасибо. Ты полная бездарность. 37. Что? Возраст гения 37 лет. Это кто? Это мой друг. Я сказал 47, потому что мне 46. Да, да, да. Кстати, снимал картину «Кошмары Марии». С Костиком в главной роли. Костик играл Марию? Костик был в роли кошмара. Он постоянно портил мне все кадры. Потом он вообще куда-то пропал. А у меня график. Через месяц появляется Костик. Я ставлю его в кадр. А он играет. Ну, просто гениально. Де Ниро. Я говорю, ты что делаешь? Ты испортишь мне всю картину. А он улыбается. Музу, говорит, нашел. Вот она-то его и убила. Муза? Лиза. А где они с ней познакомились? Ну, где еще могут познакомиться? Наркоман и психопатка. В клинике у доктора Гуровича. Я знаю, где это. Есть! Они обе заходили на один сайт знакомств. Сейчас посмотрим их анкеты. Мне нужны все, кто им писал. Не, ну стандартные пачки все 500 листов. Мне не хватит бумаги. Ну тогда ищем совпадение. Нужны все те, кто писал им обеим. Многовато. А Кирилл есть среди них? Да. Где он? Ну, это была хорошая новость, а теперь плохая. Он удалил вчера свою анкету. Это хорошая новость. А ты можешь проследить его компьютер? Капитан, я путаюсь в линиях метрополитена. Пропускай свою станцию. Но? Но когда я за компьютером, мне равных нет. Ну так давай. Но. Ну.
Ловите адрес. Молодец. Здравствуйте. Профессор Покровский широко известен в научных кругах, только поэтому я согласился уделить вам несколько минут. Прошу вас. Валентин Петрович предупреждал меня, что вы очень любезны, но я даже не предполагала, что до такой степени. О, туше. Остро и быстро, но недальновидно. Я ведь могу и передумать. Вы забываете, что мы коллеги. Вы этого не сделаете. Вы читаете меня? Без особого труда. Хорошо. Назовите мне хоть одну причину, по которой я соглашусь продолжать этот разговор. Например, вам нравится смотреть на мои ноги. Вас интересует, что на мне надето, чулки или колготки? Трудно иметь дело с такой женщиной, не правда ли, да? Но, впрочем, психиатрия и наука не зеркальная, мы не можем изучать самих себя. Да. И тех, кто нам нравится. Я к вашим услугам. Нас интересует Лиза Панина. Она каким-то образом связана с двумя серийными убийствами. Мы предполагаем, что она была первой жертвой маньяка. Ну, что, собственно, и определило ее нынешний психический статус. Ну, во-первых, она никогда не была Паниной. Ее настоящая фамилия Волкова. Ну, это простительно, вы не могли знать. И во-вторых, Лиза воспитывалась в ненормальных условиях. Отчим не любил ни ее, ни ее брата, издевался над ними. В результате брат любил в семье только сестру. У них возникла интимная связь. Инцест. Кровная интимная связь с братом? Да, инициатором была Лиза. Маниакально-депрессивный психоз. С ярко выраженной обсессией. Девиация садомазохистского характера. Лизе всегда нравилось наносить себе раны. Она любит кровь. Она не изменилась. Последний вопрос. Чулки или колготки? Вы не настолько вульгарны. Чулки. By the way, I know a very nice restaurant at the seashore in Normandy. May I invite you? I'll think about it. Thanks a lot for your help. Now there's at least some clarity in this complicated case. Какой интересный напев. Вы заканчивали курс за границей, верно?
Нет, я учился в специализированной английской школе. Угу. А практикуете где? Нигде, я не врач, я из милиции. Странно. Вы совсем не похожи на этих узколобых болванов, которые берут взятки. Правильно, потому что я их не беру. А откуда ж тогда деньги на такие дорогие ботинки? Подарок на день рождения. Угу. Ни одной складки. Это вот привычка надевать обувь на колодки тоже подарок? Я прошу прощения, у нас очень мало времени. Всего доброго. Вы нам очень помогли. Ну-ну. Когда вы в последний раз видели вашего соседа? Я вообще его не видела. Так иногда. Слышу, дверь хлопнет. А балкончик у вас там? Да. Разрешите? Да, пожалуйста. Будьте добры, дайте мне стакан воды. Сейчас налью. И газету. Свежую? Любую. Молодой человек. Да. Пить будете? Обязательно. И пить, и читать. Спасибо. Микроскопом. Это не оставляет в человеке никакой загадки. Не волнуйтесь, для меня вы по-прежнему загадка. Спасибо. Психиатрия – наука не зеркальная. Анна, я, пожалуй, на метро, так быстрее. Хорошо. Сейчас. Есть же где-то нормальные люди. Они в театры ходят. Проводят дома выходные. В моей жизни мужчины делятся на две категории. Убийцы и те, кто их ловит. Я должен ловить. Мой вам совет. Не увлекайтесь погоней. Иначе рискуете многое не заметить. Я знал про чулки.
Поймаю, убью. Что-то случилось? Лиза Панина, девушка из спецбокса. Ее настоящая фамилия Волкова. Что-нибудь говорит? Волкова. Волкова. Ну как? Ну громкое дело, 5 лет назад. Расстрел в особняке. Как сообщил доктор Гурвич, Лиза соблазнила младшего брата. Отец узнал об этом, жестоко избил их обоих. Потом отправил сына учиться в Англию, а Лизу запер в клинике доктора Гурвича. Прошло время. Брат, вероятно, вырос, вернулся и расстрелял всех. Включая отца и мать. Всех. Он искал Лизу. Гурвич узнал об этом из газет, быстро сделал Лизе новый паспорт и выдал ее замуж за одного артиста, который лечился у него от наркомании. Да, судя по всему, они недолго прожили. Лиза убила его. Зарезала бритвой. Брат и сестра друг друга стоят. И это не знак. Это буквы. ЛК. Лиза и Кирилл. Кирилл Волков. Я его упустил сегодня. Стоять! Там в деле есть детские фотографии Кирилла, поэтому мы можем направить запрос в МИД. Давай. И, капитан, мне кажется, надо объединить усилия. Давай. Может, кофе? Давай.
Как ты меня напугал. Мне приснился жуткий кошмар. Я пришел тебя спасти. Господи, сумасшествие какое. Ты молодец, спасибо. Ну, пойдем в дом. Пошли, Шнапс. Пошли. Ну, хорошо. Я тоже постараюсь. Саша! А, аппарат поставили. Угу. Джип. Какой джип? В ночь, когда произошло первое убийство, Рудаков видел мужчину, который садился в большой черный джип. Ну и что из этого? Я вчера тоже видел большой черный джип. А номера запомнили? Не разглядел. Ну, хотя бы марку. Марку запомнил, а толку-то? В городе 526 таких джипов, не считая область. Кирилл этот, Волков, среди владельцев не числится. Телефон. Что с телефоном? Номер пробили? Не, пустая трата времени. Я и говорил. Не оставляющий следов. Красиво. Значит так, Рудаков видел мужчину. Как думаешь, он получше рисует? А хорошая идея, кстати, может получиться. Займись. Ты это имел в виду, когда предложил усилия объединить?
Капитан, мы взрослые люди. Ты что, мне лекции читаешь? Мне кажется, женщина сама вправе выбирать. Ну-ну. Северцев вон из кабинета. Быстро! Спокойно, спокойно, Сережа. Сереж, спокойно. Что здесь произошло? Ничего, все в порядке. Ага, хорошо. Сереж, иди домой. Да? Ага. А что я там делать буду? А какое мое дело? Напейся в дрибадан. А чего же? Да. Это что? Это он я. Уже очень близко. Где? Отвратительная рожа. Сережа, а глаза где? Нос? Губы? Будут. Будут, да? Рудаков видел, нарисует. Рудаков видел? Молодец, Рудаков. Сейчас. Что с этим делать, знаешь? Знаю. Так делай. А пальто? Сережа, что ж ты наделал-то? Ну, извини, не здесь надо было. И закопать. Ну, доброе утро. Доброе утро, Лиза Панина. Так. Ну тогда, может быть, Лиза Волкова? Ну вот и отлично. Волкова, оказывается, слышит и все прекрасно понимает. У вас очень интересная биография, Лиза. Меня интересует ваш брат. Кирилл Волков. Вы его помните, Лиза? Не подскажете, где его найти? Лиза. Добрый день. Мне нужен господин Рудаков. Здравствуйте. Он еще не приехал. Я подожду. Подождите. Так, и во сколько он приехал на стоянку? Ночью.
После 12. Ночью. Или позже. А кто был за рулем? Да я не видел, он стекла не опускал. Так, следов крови вокруг машины нет. Значит, его убили в другом месте. Получается, что за рулем машины был кто? Преступник. Рудакова избили. Надо проверить квартиру. И основной целью убийства было ограбление. Его убили здесь. Где следы? Следы, Климов, везде. Убийца напал неожиданно, оглушил, подтащил, бросил, зарезал и закрыл крышку. Изнутри на крышке заметил кровь? Похоже, опять бритва. В таком случае он должен был испачкаться. Смотри, Климов. Он испачкался. Фокусник. Прям как видел. Может, знаешь, кто убийца? Знаю. Поехали. Собери улики. Но подняться в квартиру надо. Ключи у него в кармане, но это не ограбление. Да, войдите. Привет. Привет. Здравствуй. Спасибо. Мы можем поговорить? Втроем. Есть кое-какие вопросы. Надо обсудить. Давайте поговорим. Нет, это не любовь. Это месть. Что вы говорите? Очень интересно. Отсутствие лояльности со стороны родителей вызвало сильное отчуждение детей. Я говорю о жестоком обращении отчима по отношению к детям. Он их избивал, если не сказать, истязал. В результате развития интимных отношений между братом и сестрой
Такая связь между кровными родственниками одно из самых острых табу. Когда происходит слом запрета, психика сильно деформируется. Да-да, понимаю. Угу. Значит, это месть за собственное безумие. Ну, конечно же. Во всем, что случилось, он считал виноватой ее. А она виновата? Отчасти. Деликатно. И только потому, что она женщина. Нельзя хлопнуть одной ладонью. Всегда нужна вторая. Удобная позиция. Этак можно все оправдать. Даже убийство. Обычно жертва своим поведением всегда дает возможность понять, что она жертва. Но, судя по всему, Лиза в этом не раскаивается. Мы не можем знать, что творится у нее в душе. Я не уверен, что у таких женщин есть душа. Душа есть у любой женщины. Ну, в любом случае уже ничего не исправишь. И что теперь? Да что теперь? Кто-то за это должен ответить. Он богатый, привлекательный, абсолютно безумный. Он не остановится, если вам не удастся его остановить. Но ему нужна Лиза. И он ее получит. Лиза! Волкова! Нам нужна ваша помощь! Лиза, я обещаю вам прогулки во внутреннем дворе 2 раза в неделю. Хотите, устрою вам свидание с братом? Это в моих силах. Вы меня слышите? Не кричите на нее, она не глухая. Ожидали. Ну давай, теперь твоя очередь. Лиза! Вы хотите быть красивой? Да. Я хочу быть красивой. Я тебя во сколько просил подъехать? Что ты орешь ты меня? Что у тебя мальчик, что ли? Водила, расплатись и кофры в багажнике возьми. Вообще обалдеть. Решетки на окнах. Куда ты меня ведешь, милый? Еще раз так назовешь меня, пристрелю. Как легко ты предаешь наши чувства. А ты о вечной любви размечтался, что ли? Все мечтают о любви. Что? Так это психушка. Удивлен, что ли? А ты парень с сюрпризом. Надеюсь, большим. Давай, заходи. А наручники будут? Так, если не заткнешься, я тебя предупреждал. Пошли. Обожаю наручники. Да у вас тут вечеринка. Отойдите, пожалуйста, это может быть опасно. Я боюсь. Тихо, тихо. Лиза, вы слышите меня? Сейчас я вам вытру кровь и обработаю раны. Вы же хотите быть красивой? Можно. Ну вот видишь, доктор сказал, можно. Соберись, соберись, будь мужчиной. А я, по-твоему, кто? Стилист, иди работай. Андрюша. Здравствуйте. Здравствуйте.
Осторожно, да, пожалуйста. Давай, давай, приступай, приступай. О, как все запущено. Фон. Куда мы его отправим? Да куда угодно. Лишь бы сразу в глаза бросалось. О, по-моему, неплохо. А? Так, теперь давай анкету сделай. И на сайт знакомств, чтобы сработало. Думаете, сработает? Сработает. Он из-за нее 8 человек убил. 9. Или вы считаете, что Рудаков не вор в дело? 9-9. Мы выйдем отсюда. Завтра. Кирилл обещал. В архивных материалах есть одна фотография, но пока нет точной уверенности, что это он. На фото парню лет 14. Я направил запрос в МИД, там должны были сохраняться анкеты. Он не оставляет следов, убирает свидетелей. Симка, машина... Квартира, все куплено через подставных лиц. Прям хамелеон какой-то. Надо дать ему то, что он хочет. Другого способа я не вижу. Он не настолько глупо на это не купится. Он сумасшедший. Сумасшедший и глупый – это разные вещи. Извините. Да. Понял. Есть. Клюнул. Я очень прошу, Рюмин, постарайтесь не устроить стрельбу в общественном месте. Постараюсь. Пошли. Ну что там? Меня завалили сообщениями. Оказывается, так сложно быть женщиной. Так много соблазнов. Читайте. Лиза, буду ждать вас сегодня в 9 вечера. В ресторане гостиницы «Прибалтийская». Я закажу столик на свое имя. И подпись. Кирилл Волков. Поехали. Вы понимаете, что вы мне предлагаете? Нет! Ну хорошо. Под мою личную ответственность. Тем более. Панина Волкова, да вообще это не важно кто, она никогда, ни при каких обстоятельствах не покинет территорию больницы. Но это наш последний шанс. Я не могу. Я просто не имею права. Все, забыли. Да и хорошо. Сколько девушек в городе наберется, похожих на Лизу? 1000, 2, 3, не больше. Ой. Поехали. Нам надо каждый уголок проверить. Подожди, Рюмин.
Я могу помочь. Мальчики, лицо человека для меня как кусок глины. Я могу слепить из него все что угодно. Хотите, из вас сделаю Филиппа Киркорова, а из вас Димочку Билана. Хотите? Я петь не умею. Служение муз не терпит суеты. Так, ноздечку. Ручки. Если что, стреляй на поражение. Там народу полно. Подъем, мальчики. Ну, как я выгляжу? Замечательно. Вы что, собираетесь их клонировать? Люблю красивых женщин. А мужчин? Спасибо. Не волнуйся, я выстрелю первым. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Этот зал для некурящих, а следующий для курящих. Столик занимайте любой свободный, пожалуйста. Вот этот зал для курящих, пожалуйста. Можно? Да, конечно, присаживайтесь, пожалуйста. Что будете заказывать? Кофе, пожалуйста, эспрессо. Да, конечно, сейчас. Здравствуйте, рада вас видеть. Ваш кофе. Спасибо. Извини, у меня просто микрофон отклеивался. Ну, давай. Пора. Пора. Сигареткой угостите. А зажигалку?
я боюсь. Успокойся. Я с тобой. Ага. Рюмин тоже. Здесь все под контролем. Да, да. Ты в порядке? Извините, да. Сейчас все, я соберусь. Все. Все нормально. Меня Мариночка зовут, а тебя? А меня Сережечка. Будем считать только чистое время. Что? Как в хоккее. Встречные предложения. Эклер и билетик на метро. Кретин. Мозги вышибу.
Как она себя чувствует? На работу пошла. Хорошо. Прошу разобраться, прошу принять меры. Слушайте, одни жалобы, капитан. Как вы объясните вчерашний инцидент в ресторане? Стандартные оперативные мероприятия. Стандартные для кого? Ваши методы работы сильно отличаются от общепринятых. Он был там. Выйти на след серийного убийцы – это большая удача. Это самое сложное, что может быть в розыске. И вы задержали преступника. А вы что скажете? Лейтенант Северцев выполнял мои приказы. Ответственность за операцию несу я. Я спрашивал не вас, а лейтенанта. У нас не было достаточно времени для подготовки этой операции. Значит, нужно было отменить операцию. Разве не так? Извините. Да. Саш, Саша, прости, я не могу, меня хотят убить. Меня преследовал какой-то джип. Я не понимаю, что я происходит. Ань, я сейчас приеду. Хорошо. Что? Не надо было его-то втягивать. Похоже, лейтенант тоже не одобряет ваши методы. Ладно, майор, давай заканчивай. Охотно. Капитан Рюмин, с сегодняшнего дня вы находитесь под следствием. Передайте все дела, находящиеся у вас в производстве, старшему лейтенанту Климову. Рюмин, сдайте оружие. Он невменяем. Поздравляю. Случайный выстрел. Жаль. Рюмину пистолет верни. Пусть сам в оружейку его сдаст. Так для всех безопасней.
ключи. Быстрей. Саш, ты меня пугаешь. Шш. Жди здесь. Ну что? Этого не видеть. Что? Пойдем. Что? Не стоит, Таня, пусти. Не стоит. Нет, пусти! Аня! Пойдем. Это мой дом. Пойдем. Это мой дом. Это мой дом. Это мой дом. Это мой дом. Все, все. Рюмин! Паршиво выглядишь. Спасибо. Другой бы сказал привет или еще какую-нибудь гадость. Да. Это значит все мне. Угу. Тренируй мозги. Да, дельная мысль. Нет, лучше я кроссвордик. Отгадался, а? Ну ты погляди, а? Это не я, это он. Да не волнуйся ты так. Все обойдется. О! Удачи. Дамочка на ходу. Интересно, особняк к ней прилагается или так, для красоты? Мама моя. Что ты сказал? Ну, я говорю, красивый домик. Я бы этого парня усыновил. Прошло время. Сын, вероятно, вырос, вернулся и расстрелял всех. Включай отца и мать. А порезы на теле, а знак на стене. У этого человека есть замысел. Он будет и дальше убивать. Это не знак, это буквы. Л и К. Лиза и Кирилл. Кирилл Волков. Животное, способное менять окраску в зависимости от окружающей среды. 8 букв. Он не остановится, если вам не удастся его остановить. Анна. Я заставлю ее говорить. Что? Ты что задумал? Посмотри на нее. Она только этого и хочет. Неужели ты до сих пор не поняла? Иди сюда. Погоди, этого нельзя делать. Не подходи близко, это может быть опасно. Ты слышишь меня? Этого нельзя делать. Кирилл. Кирилл? Thank you.
Отвечай. Отвечай, Аннушка, отвечай. Очень хорошо. Повернись. Стой! Шапочку! Волосы. Так. Ну как? Хорошо. Стой! Ты спал с ней? Нет. 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 Только ради тебя. Она и так умрет. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем! Ради меня! Сука, сдохнешь! Все, пойдем. Быстрее. Стой! Стой, ты куда? Стой! Стой, сказал! Что такое? Что случилось? Стоять! Красивая? Нет, ты прекрасная. Подожди, 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 надо ехать. Вот она лежит. Анна Сергеевна только что уехала. Открывай давай. Да, я пойду к сумасшедшей. Что я? Давай сюда. Да. Это... Валентин Петрович! Что случилось? Сергей, вернитесь! К Лизе нельзя заходить! Что вы делаете? Доктор! Доктор! Что? Она без сознания. Что делать, а? Спокойно. Санитар, каталку. Сергей, не паникуйте. Похоже, ей ввели какой-то миорелаксант. Осторожно. Так, вот хорошо. В реанимацию. Валентин Петрович! Срочно! Я не виноват! Да я все запирал! Да ты уже! Давай, так давай. Кто ж тогда уехал-то? Капитан, может, какая помощь нужна? Внедорожник черного цвета. За рулем особо опасный преступник. Документы достань, пожалуйста, из бардачка. Здравствуйте, инспектор ДПС Петров. Предъявите документы. Что-то случилось? Да нет, что вы, обычная проверка. Зачем? Я так захотела. 041. Поехали.
машину придется бросить. Уходи. Нет. Уходи. Ты помнишь наше место? Встретимся там. Нет. Уходи. Иди! Смело, но глупо. Я посчитал. Thank you.
Ах!